В округе продолжается сбор гуманитарной помощи для мобилизованных люберчан. Что сегодня необходимо участникам специальной военной операции и тем, кто проходит боевую подготовку перед отправкой в зону специальной военной операции, узнали мои коллеги. В Доме офицеров пункт сбора гуманитарной помощи работает ежедневно с 10 до 17 часов. Люберчане приносят теплые вещи, консервы, печенье, макароны и другие продукты длительного хранения. Волонтеры все сортируют и упаковывают в коробки. Приносят жители гуманитарную помощь, приносят разные вещи, разную еду, медикаменты. Все записываем, все фиксируем, все сортируем. Приносят обычные жители, приносят семьи других каких-то людей мобилизованных. Подростки, школьники, бабушки, дедушки. Не остаются в стороне депутаты и предприниматели. На этот раз они приобрели для российских военнослужащих беспилотные летательные аппараты. С помощью дронов бойцы проводят разведку, выясняя обстановку на расстоянии в несколько километров и корректируют огонь артиллерии. Я считаю, что это долг каждого человека максимально помогать нашим воинам. Это не первая помощь от нашей компании. В этот раз это квадрокоптеры и боевые квадрокоптеры, и учебные, для того, чтобы наши воины выполняли поставленные задачи более успешно. Помогаем не в первый, надеюсь, не в последний раз, как уже сказали, квадрокоптеры. Конечно, мы ждем скорейшего возвращения и верим в нашу победу. Всего с начала специальной военной операции в округе собрали и отправили более 80 тонн гуманитарной помощи. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.